Сегодня всем привет! На связи Феррари. И сегодня мы будем играть в злого физрука. Мы должны сбежать от этого физручары. И попытаться, чтобы он нас не тронул. Но это, я думаю, просто будет. Или нет? Наверное, будет просто. Но я не знаю, если так просто будет. А куда он делся? Физрук, ты где? Ну ладно, его здесь нет. Сделаем, что он вообще не существует. И пам. Бада-бумба. Пам. Бада-бумба. Так, пам. Бада-бумба. Бада-бумба. О, с первого раза прошел. Есть какашки какие-то. Пам. Давай. Есть. Подпрыгнул. Сейчас вот. Вот так сейчас прыгаем. И сейчас... На последней. Ну как так можно? Так, пам. Есть. Чуть не упал. Пам. Так, на эти какашки нельзя наступать. На них ты подскользнешься и упадешь. Так, и пам. Все. И еще есть. И вот так. Упал. Ну это сложно, я вам правду говорю. Сейчас и пам! Есть. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И последний прыжок. Есть! Сейчас да. Так, мы должны как-то попытаться пройти все вот это. Это долго, я бы сказал. Так, хорошо, что здесь невозможно упасть. Вот здесь можно. Я сказал, что невозможно упасть, потому что вот здесь это дерево. Если вы не верите, то смотрите. Я могу упасть. Но круто, что мне свисток не надо еще раз собирать. Его там нет уже. То есть, если я один раз его собрал, потом мне не надо его забирать. И проходить тот паркур до свистка. Вот. Мы пока что идем. Ну, я бы сказал, хорошо. Уже половину или больше прошли. А, нет. Уже намного больше. Просто я не увидел этот выход. Есть. И пам. Вентиляции какие-то. Вот какие вентиляции здесь. Здесь свисток, но я как на ютубе смотрел, я могу потом его забрать. Так. Поинг. Есть. Поинг. А, в нас мечи кидают. Я думал, это вообще... Есть сейчас. Да этот психопат в меня мечи кидает. Я так думаю. Я на ютубе видел, что он в нас мечи кидает. Поэтому я так и думаю. Есть! Чуть на последний не упал. Так, сейчас поднимаемся. Ай, сейчас надо угадать. Я думаю,
Вот это? Нет. Ну, значит, вот это. Нет другого. О, есть, угадал. Есть. Вот сюда. А я не заново прохожу? Нет, не заново. Че это? А как? Если я не знаю. Ах, все. Так. Ой. И у. Аж отскок персонажа. Так. Здесь надо очень прямо аккуратно. И я не знаю, когда вижу вот эту штуку. Это Эль Примо! Эль Примо! Ну, потому что, не знаю, как-то синий и цвет кожи у него такой. Цвет штанов у Эль Примо же синий. И кожа же коричневая, коричневатая немного. А вон там эти цвета обои есть. Поэтому думаю, что это Эль Примо. Хорошо, что он в нас мечи не кидает. Он либо забаговался с этими своими мечами, то, что он не кидает их. Вон те, которые в стопке лежат, видите их? Вот. Все мечи он кидает. Ну, в нас, в меня он-то не кидает. Наверное, просто забаговался или не знаю. А в этой игре вообще есть мины, как в других играх? Потому что в других играх я видел, что были мины. И идеально, просто отлично. Гуша некуда. Просто. Ай, чекпоинт. Нет, не было чекпоинта. Мне это заново проходить. Вон, чел. Чел, привет! Так, надо проходить игру. То есть я не могу все время здесь просто ходить и здесь всю игру проходить. Вот, я сохранилась. Все. А чё раньше не сохранялся? Что-то какой-то баг был, наверное. Сейчас па-па-па-па-па выломал решетку. Так, туда. Вот там свисток должен быть, как я помню. А, нет, свисток вон там. Всё, понял, вон, видите? А, нет. Вот это не свисток. Вон там свисток. Я в Ютубе, потому что видел, поэтому и знаю. Так. Вот свисток. 3 свистка из 10. Я думаю, мы пройдем всю игру и соберем все свистки. Так. Поэтому надо смотреть, если где свистки. Если свисток здесь, если свисток там. И вот, 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 вот. Опа-на. Чекпоинт. Почему чекпоинта нет? Так. О, мячи футбольные. Чё это было? Там меня мяч кинул или чё, я не понял. Или кто это был вообще? Почему я упал? Не знаю. Может, он проснулся с этого облика, который ничего не видит? Даже меня не видит.
и увидел меня наконец-то. Так. Вот. Ой. Есть. Есть. Нет. А чё? Где он? Я что-то его не видел. Нет, не хочу я ничего покупать. У меня роблоксов вон нет, чтобы покупать ничего. Спокойствие. Надо соблюдать спокойствие. Поэтому вот как и кто в меня там мечи кидает? Или кто там хоп делает? Чуть непонятно. О, за всю игру 9 смертей пока что только у меня. Так. Либо это то, что я куда-то натыкаюсь. Напишите в комментарии, если вы знаете об этом. Чё такое здесь происходит? И чё не происходит? Есть. Наконец-то чекпоинт. Да нет, я ничего там не хочу покупать. Ну вот, потому что... Чекпоинт здесь нужен. Если ты куда-то не видишь, куда ты идёшь, и вот так, как я падаю, то на... Какой он не нужен, чекпоинт. Потому что я... А что это было вообще? Я что-то ума не понял. Это тот толстяк? Кто это вообще? А, вон! Я что-то его раньше не заметил. Так, надо его мечи избегать. Вообще я не заметил. Футбольные или баскетбольные? Чего вам нравится больше, футбол или баскетбол? Пишите это в комментарии. Лично мне больше нравится баскетбол. Не знаю, потому что... Баскетбол, я думаю, что немного попроще, чем футбол. Потому что у меня рекорд 150. Ну, конечно, с промахами. Потому что... Ну, как такое возможно сделать столько и без промахов? Для меня это очень сложно. Лично вам, наверное, вы сможете так сделать. Так, давай... Он вообще воспитанный или нет? Вы видели? Я вот вообще свисток хочу собрать. И ничего ужасного тебе не хочу сделать. Я просто сбегаю с этого института спорта, или как это можно называть. Или какой-то институт, где... Пытки над людьми проводит. Это он был или я сейчас? Я думаю, это был я, а не он. Думаю, что он вообще не виновен. Сейчас вот. Если ты меня сейчас сбросишь, зараза. Всё, не сбросил. Так, мы уже почти на середине этой игры. Поэтому надо продолжать. Можно выбрать либо туда, либо туда. Так, здесь, наверное, нужно будет прыгать, да? О, здесь шипы. Сюда не надо прыгать.
Ну я не читер, я вам сразу говорю. Вы видели, я никакие читы не включал. Поэтому я просто могу вот так заглянуть, посмотреть, шипы это или нет. Вот. Вот так. Если вы хоть раз в эту игру играли, то я думаю, что вы тоже так делали. А это можно взять? Чит вообще такой фонарик. Какой-то, ну да. Чё ты глядишь, зараза? О, ачивку. Вон, тут тоже шипы. Поэтому сюда я не пойду. Чё ты смотришь? Смотри на сам себя первым делом, чтобы не свалиться. Так, вот здесь вентилятор или чё это? Да, это вентилятор. Чё это? Сейчас здесь надо будет. Хорошо, что лазеров нет. Так, уж вот так вот. Всё. А этот мяч нельзя взять. Хорошо, что он сейчас в нас мячами не целится. Пока за всю игру 18 смертей только. Поэтому можем пройти всю игру, не знаю, 30 смертей. Потому что если вы заметите, то, блин, то есть типа такое полоса, где флаг финиш, и где там некоторые люди, видите, там человек с очками. Вот тот это я, поэтому можете смотреть. Если я наполовине, если нет. Да блин, нет. Не хочу я ничего покупать. У меня роблоксов нету на эти покупки. Так. Я не читер, я жетпаки не покупаю. Видите, что я уже вообще 22 смерти уже. Есть. Что это было сейчас? Как люди это проходят? Вот это уже сложно. Как вот это проходят люди? Ну, пожалуйста, игра, ну дай мне хотя бы одну трубу пройти, может быть. Извините, просто... Слюной поперхнулся. Ок. Чё это было? Ладно. Допустим. Вот. И игра мою просьбу выполнила. Блин, я видел. У ютуберов это очень сложно. Наверное, они на очень сложном уровне проходили. И... Вот я мазила. Надо траекторию рассчитать. Так, сначала, раньше, чем траекторию рассчитывать, мне надо пройти. Так, если эта лопасть пойдет туда, я должен подпрыгнуть и просто туда пойти. Все, так. И 3, 2, 1, go! Я сейчас, если не прекращу так сильно падать, то я просто возьму и задоначу. Ну, хотя у меня роблоксов нет. Ну и чё? Варнинг. Мячи никакие не кидать сейчас. Может быть, если я мяч возьму? А мяч вообще нельзя взять. Баскетбольный мяч тоже нельзя взять. Так, поэтому... Я самый продвинутый из тех пятерых. Так, как это проходить, вот это испытание? Ну... Пожалуйста, игра.
Давай, игра, не подведи сейчас. Что это? Выход? А чё меня заспавнило? Я ж трубу. Вот если я сейчас не прекращу все время падать, то я не знаю, что я сделаю. Давайте, я эту игру хочу пройти. О, уже это. Больше 39 смертей уже. Если я 100 смертей добью, то это, наверное, рекордный. Будет в игре 100 смертей. Уже 40 смертей. Вот. И... Ну ладно, я думаю, мы здесь уже прекратим, потому что уже 40 минут с ним, уже 40 смертей снимаем, поэтому пока. Лайки ставьте, подписывайтесь.